Здорово, ребята. Вы отгадали загадку Буки. Молодцы. Но сейчас будет моя суперсложная загадка. Она не глубже стакана, не шире охвата человеческих рук. Но сколько бы воды в нее ни наливали, она все равно не заполнится. Что это? Пишите ответы в комментариях. А сейчас мы пойдем смотреть самые странные видео про говорящую Анжелу и Тома. И если вы досмотрите это видео до конца, то я покажу вам секретное видео, в котором Том превращается в монстра. Ребята, а если вы не хотите, чтобы Хаги-Ваги пришел к вам и напугал вас так же, как пугает меня, прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на мой канал за 3 секунды. 3, 2, 1, 0. Поставили? Я надеюсь на это очень, ведь тогда он точно не придет к вам. Ребята, а сегодня Хаги-Ваги сказал нам смотреть самые странные и страшные видео про говорящих Анжелу и Тома. Также он сказал, если мы досмотрим это видео до конца, то в конце видео он нам покажет ролик, в котором говорящий Том превращается просто в невероятно жуткого монстра. Я, если честно, не очень верю, чтобы Том превратился в монстра. У него обычно только краснеют глаза. Но если это видео существует, я буду вообще в таком шоке. И для этого нам нужно досмотреть это видео до конца. Я надеюсь, вы останетесь со мной и будете смотреть его вместе со мной. Давайте сделаем это вместе. Говорящий Том, ты где? Привет. Ну как вот он может превратиться в монстра? Эй, не кричи, он нормальный. Это его первое появление. Мяу. Какой угарный он. Ну, смотрите, его же нужно кормить. Каждый угарный очень хочет есть. Это всегда так было. Как вы думаете, чем они его покормят? Кто там похож на змею? Вы знаете, есть такая змея странная. А, это рыба. Рыбу будешь? Фу, нет. Он, кажется, веган. А чем его тогда кормить? Корм кошачий. Идеальный вариант. О, боже, он карандаш съел. С ним все нормально будет. Может, поэтому он превращается в монстров? Итак, у нас тут есть что-то, кажется, немножечко веганское. О, я обожаю эти карандаши, мне нравится, как они рисуют. Итак, все это... А, надо было раскаленным ножом. Раскаленным ножом было бы эффектней. Сколько всяких ярких штук здесь. Это просто потрясающе. Ну да, если он ест канцелярские всякие штуки, значит, ему нужно все сделать из разных листов, разных карандашей, разных, в общем, канцелярских приборов. Боже, как круто! Вы видите, как это все собирается в какое-то необычное блюдо? Мне хочется смотреть, что получится в конце. В общем, в всяких красах, в разных штук они приготовили настоящее классное блюдо. Ну-ка, перемешивайте. Так все это бремчит, вы слышите? Хватит есть карандаши. Мы кое-что покруче для тебя придумали. Боже, я бы сама, если честно, такое съела. Вау, даже он на море. Я тоже хочу на море. Итак, на него упал кокос. Да почему на него упал кокос? И как он выжил при этом? Говорят, что если кокос на тебя упадет, то все. Краб, не советую к нему подходить близко. Не советую тебе, Том. Он только что вышел из листка. Он еще не понимает, где хорошее, где плохое, где злое. Где что-то тебе может укусить, а что-то поцарапать. Но сейчас, кажется, это видео его этому научит. Кто это? Кошмар! Он похож на шоколадку, но это кальмар. Он его съест! Вот я про это вам и говорила! Он его заморал какими-то красками, которые выпускает кальмар, когда начинает атаковывать кого-то. Кошмар, отпустите его, пожалуйста. Он ничего не хотел, он сам испугался. О, боже! Они его... Мамочка! Это сейчас так жутко выглядело!
Там внутри тоже что-то находится, мне кажется. И стапочка. Фу! Но получилось нормально. Кошмар, ребята. Бедный кальмар, он же ничего такого не сделал. Я думаю, они его отпустят. Ладно, посмотрим, какое блюдо из него получится. Я, если честно, сама люблю кальмаров. Итак, берем звезды, палочку, нанизываем звезды. Это что-то получается типа шашлыка. Выглядит красиво, согласитесь. Да, все это нужно, конечно же, зажарить. Обратите внимание, все это жарится на гриле, значит, будет хрустящая корочка. Как круто! Это похоже на какой-то соус масла, маслосос. Он должен растаять или нет? Или мне кажется, боже, сейчас будет очень-очень красиво. Обалдеть, как вы считаете? Мне кажется, это даже инстаграмное блюдо. Я бы попробовала. А вы? Я бы да. Ты в шоке? Что опять? Опять еды нет. Боже, эти коты постоянно думают только о еде. Всегда. У меня вот есть один из троих, такой вот кот. Это кто? Ребят, если вы знаете, что это за персонаж, напишите мне в комментариях. Это точно не Анжела. Это точно не она. Она похожа больше на чипсы. Том, ты такой жадный, за твоей спиной целая куча напитков и всяких сладостей. Ой, это точно не Анжела. Жесть. Ты, говорит, давай выметайся. Тому вообще конец. Не надо драться, это очень-очень плохо. Нужно выяснять отношения словесно. Итак, берем картошечку. Что? Они ее раскатали в картофельный лист. Он больше похож на тряпку какую-то или на какую-то бумагу. Так, они берут какие-то... Что это такое? Я не знаю. Похоже на соленые или сладкие палочки. Это чили. Это очень-очень острый соус. Получилось прозрачно. Я не думала, что из палочек можно такое сделать. В общем, смазываем эти треугольнички соусом. Как следует. Он такой склизкий, как будто это какой-то расплавленный, не знаю... Слайм. Это как будто слайм. Правда, очень похоже. Запекаем, ждем. Похоже на начос. Это, видимо, они и есть. Просто это домашний начос. Это же здорово. Том. Я бы это все съела, правда. Мне кажется, это очень вкусно. Постоянно ест, да? Эти конфеты я тоже очень сильно люблю. Я вообще люблю все конфеты. Я вчера себе скупила очень-очень-очень много конфет. Я теперь не знаю даже, когда это съем. Но мне хочется пойти и купить еще. Я не знаю, у меня какая-то конфетомания. Вы видели? У него пророс боб. Потому что это была не конфета, а боб, который сажают в землю, из которого вырастает что-то. О, боже, как же долго оно растет. Подожди, терпение, еще раз терпение, не все так быстро. Кто это вырос? Я испугалась, думала, что это выросло что-то ужасное. Фу, я думала, это какой-то монстр, который сейчас его съест. Нет, он его не съел, он его просто закинул на облака. Теперь как Том спустится? О, вы бы хотели посидеть на облаках? Я бы очень-очень хотела. Посмотрите, там как прикольно. А вы верите в такое, что там что-то есть? Я, кстати, не знаю. Я сомневаюсь в этом во всем, потому что я не знаю. Не знаю я, честно. Так, монеты золотые. Куда делась тарелка? Ага, какая милая плиточка. Мне кажется, это будет супер райское блюдо. Перья. Вау, это будет супер легкое блюдо. Потому что оно сделано из перышек клубники в раю. Вы понимаете вообще, какое это будет сейчас блюдо? Оно будет супер прекрасное. Пожалуйста, покажите нам, как же оно будет выглядеть. Ну что?
Я бы подавилась, если честно, но, может быть, кому-то понравится. Это прям, опять же, таки инстаграмный торт. Очень красиво. Я бы его фоткала и фоткала, выкладывала и выкладывала. Ты будешь это? Не подавись, а то станешь птичкой. Что ему еще надо? Ему надо только поесть. И все, больше ему ничего не нужно. Эй, что за жуткий бардак? Не время читать комиксы, потому что дома бардак. Убирайся. Как вы думаете, послушает он ее? Ага. Кажется, нет. Этот мальчишка вообще никого не слушает. Это что? Он себя клонировал? Привет, привет. Да вы что? Разве такое может быть? И теперь они будут соревноваться друг с другом. Но сначала, конечно, вот этот Том будет, наверное, ему помогать. Но потом он, мне кажется, поумнеет и решит его обыграть. А хозяйка не поймет, где настоящий Том, где не настоящий. Этот вообще ничего не делает. Ну вот, все. Том есть Том, был бы он такой, сякой, клонированный. Сейчас она будет в шоке. Итак, ребята, мне кажется, их нужно покормить, чтобы они не сбились. О, вы видели, что можно сделать из мыла? Это потрясающе. Ну-ка, перемешайте еще раз. Потому что, когда перемешивают, это реально получается что-то прикольное. Ну-ка. Да. Это крем. Это крем. Боже. Что же будет там? Что же там будет? Фу, что-то жирное. Нет? Так, короче, прозрачная тарелка. Нет, это какие-то хлебушки. Шоколад. А что можно... Из шоколада, на самом деле, можно сделать всякие штуки. Можно и крем. Ну что, вы долго будете злиться друг на друга? Ей-богу, а вы же одинаковые. Вы же одно. Мау. Ребята, мы только что досмотрели это видео до конца. А это означает, что мы сейчас можем получить спецвыпуск, где Том превращается в монстра. Давайте спросим у Хаги-Ваги. Хаги-Ваги, мы все досмотрели. Выполняй то, что обещал. Где секретная серия? Да, молодцы. Сейчас включу. Он сказал, сейчас включит. Ждем. Итак, ребята, уже на моем мониторе появилась заставка этого секретного видео, в котором Том превращается в монстра. Так давайте же посмотрим на это вместе. Я в это не верю. Ох. Привет, Том. Привет, привет. О, боже! Это было быстро и очень страшно. Он просто вырвался из экрана, ни с того ни с сего, поздоровавшись со своим игроком, и напал на него с кошмарными зубами. Вот как оно бывает. Но он был, кстати, пластилиновый, как в том видео, которое мы только что смотрели. В общем, это очень странно. Но я рада, что вы досмотрели это видео вместе со мной. Я надеюсь, вам оно понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вас очень люблю, целую, пока!